Шалаверяне, привет, народ, с вами снова Женя Израиля. Сегодня краткое видео, мой отчет. Сегодня ровно месяц после моей повторной бариатрической операции. Для тех, кто не знает, 8 лет тому назад я сделал слив, сделал резекцию желудка. И сегодня вот прошло ровно месяц, как я сделал шунтирование. Теперь о моем весе. Я потерял 14 килограмм за первый месяц ровно. То бишь, ну, 14 с плюсом, не хотел говорить 15, потому что не буду врать как ни себе, ни людям. 14 килограмм за один месяц. Я знаю, естественно, что сегодня, что обычно после месяца вес уходит меньше. Но ничего страшного, буду снимать видео, рассказывать, что это. Главное, цели моей операции были достигнуты. У меня ушел рефлюкс. Я наконец-то могу спать как человек, и все нормально. Начиная с этого месяца кушать потихонечку уже другие вещи. Сегодня у меня встреча с бариатрическим диетологом, после которой я сниму конкретно, что разрешается кушать, что запрещено, что можно кушать с месяца и далее. С вами был Женек, короткое видео. Всего хорошего, до новых встреч, пока.